Ну так, сегодня у нас вот такая вот посылка с Алиэкспресс. Не скажу, что она огромная, она весила около 2 килограмма всего, но в то же время в ней очень много крутых вещей. Поэтому давайте начнем вскрывать вместе. Ножницы, посылочка, вскрываем. Разумеется, все вещи я примерю на себя, но это будет после съемки этого видео. Упакован довольно-таки хорошо в такой вот пакетик. Так, 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 что-то меня пока это разочаровывает. Ну, как сказать, ткань довольно-таки синтетическая и как будто бы даже просвечивающая. Я сейчас не знаю, как вы видите это в прямом, так сказать, режиме, когда на мне эта вещь находится, но окей, по длине вроде более-менее, спина открытая, и акцент этой вещи в том, что сзади такая завязочка на спинке выглядит очень красиво, бретелечки тоже, которые регулируются, ну и пуговки, ретро-вещь, это сейчас очень популярно. Я надеюсь, что я смогу выйти в этом платьишке, потому что я на него ставила большие ставки, но вот по ощупу мне не нравится ткань, не знаю. Следующая вещь. Вау! Я даже не помню, что я заказывала, вы представляете? Очень классный комбез, хотела его на день рождения надеть, но не успела посылочка до меня дойти. Надеюсь, что я в него влезу. Почему-то я решила, что я в размер SXS буду влазить. Ну, давайте посмотрим, потому что я гостила у бабушки некоторый промежуток времени. И, знаете, так поднабрала парочку кг, но думаю, что мы скоро сбросим. Также сзади есть замочек, который спокойно расстегивается, что очень классно, поэтому можете не переживать. Вот здесь ткань такая, знаете, более плотная, и на ней есть подклад. То есть ваши бикини просвечиваться не будут. Еще мне очень нравится, как исполнены пайетки. Они как будто бы даже пришиты, то есть ничего не отвалится. Я говорю, AliExpress, повторюсь, это AliExpress. Ну, блин, конечно же, можно еще покачественные вещи делать, но неплохо. Так, ага, что это? Это что за короткая капец? Я даже носить его, наверное, не смогу. Блин, ну почему такая короткая? Понимаете, в чем фишка? Если вы заказываете размер М, допустим, он будет по длине хорошо, но в талии будет огромен. Вот, и поэтому я заказала XS, кажется. Ну, точный размер вы сейчас видите на экране. Что ж происходит? Вообще похоже на какую-то, знаете, сорочку. Или почему-то ассоциируется с продавцом. Я не знаю почему. Материал более приятный из всего, что я сейчас потрогала. Платье на запах. Написано 100% хлопок. Я не вру. Платье в горошек, в принципе, актуальная вещь. До сих пор еще в горчичном свете классно. Такие вот рюшечки, рукава такая, как будто бы даже слегка летучая мышь. Весь низ исполнен такими таборочками, рюшечками. Это очень красивое женственное платье довольно-таки. Вот, надеюсь, что оно на меня смотрится хорошо. Ты рад котенку вот этому снизу? Где? Все же вынеси еду! Вынеси еду с кокоса с миски! Быстро! Первое платье, только в другом цвете, даже мне нравится больше, он такое необычное, знаете, потому что тот принт заезженный, такая полоска, здесь уже немножечко по-другому.